Вода чистая. Да, вода чистая. Но у нас раньше, как ты помнишь, в первой части, первой серии, да, здесь в первой части игры, был скилл на плавание. Не забывай, что тут есть пираньи, и у него есть уровень воздуха. В идеале нам бы не помешал... Ой-ой-ой-ой. Ты задохнешься. Нет. Окей. Арунка. Точнее, руда. Уже 5 нашли, хорошо. Ну, Моку точно домик построим. Что там еще откроет, я не знаю. Насквозь можно, насквозь. Там же дальше можно было, нет? Разве? Да. Вот она крутится, и можно было еще туда проплыть. Вот так, жух. Наверное, надо хлебать. Ой, там сражаться. Вздохнуть надо. Ой. Обшипы. Как неудачно-то. О, зато мы отсюда начинаем. Это очень удачно. Да что ж ты. Шипы. Так, она будет плевать. Зараза. Но они тут медленнее летают и медленнее все делают. Это логично. Так, а-ля-ля-ля-ля. Шикнут. Осторожно. Он легко... Вот, вот здесь вот. Ага. Сдох, шикарно. Комары все-таки туповатые. Наверху он что-то есть. А, да, вот... Ой, еще там опыт, что-то мы уже прошли. Интересно, где он? Да, посмотрим. Не, а здесь все-таки нет ничего, типа. Ну, ровно над головой по вертикали. Кнут. Вот сюда куда-то наверх. Не поняла юмора. Или это с другой стороны снизу? Нет, вообще не тут. Не тут? Да... Блин, я вот все никак не могу понять, как с этими штуками работать. Ну, вроде бы если жму... будет какое-то безопасное место, и будет синий фонарь рядом, попробуй потом. Плевака. Вот где-то тут. Блин, какой? Тут мы уже проскочили. Вон она, там, где этот фонарь. Блин. Или как будто она где-то там сверху, может что-то надо будет достать. Ну, там, с той стороны. Может она и не тут вообще, видишь? Ну, вот она, может... походу, не тут. Ну, ладно. Вот осталось полжизни! Пол! Ну, а что я могу поделать? Отстань. Я вовремя просто не заметила. Я обычно слежу. Так, комар, давай. Ты нас заметишь? Давай, еще раз так. Так. Не, она как-то медленно не туда ползает. Ока, там этот ракообразный. Вообще что-то в этой части очень много членистоногих. Подозрительно. Какие-то муха-комар, какой-то микс. Такой комар поменьше, типа. Так, Вот тут под низ нельзя пролезть? Нет. Нет, да? Удачно. Так, это ползается. Карту временами проверить. Как бы мы ничего не пропустили. Ну, вот сверху что-то. Ага. Опытинка. Да, даже практически видна невооруженным глазом. Ать, шикарно. Кнут. Плеваки, ты ядрит, мадрит. Здравствуйте, до свидания.
И вот эти кусь, ломать. Не ломайте. Как не ломается? А, во. Это нам сейчас тупо повезло. Вдох. Так, тут жизнь. Вверх-вниз. Что-то зафризилось сейчас маленько. Осторожно. Не надо по морде получать. Пираньи. Ты сейчас помрешь. Вдох. Подыши. В реале или где? Везде. Ну, внизу там тоже, конечно, было что-то интересное. Да? Ну вот, видишь? Да. Там аж развилка, по-моему, туда и туда. Здесь вообще какой-то неоткрытый, как будто рычаг. Да, блин. Хусь. Возможно, тут можно что-то взять. Алло. Шикарно. Осторожно. Красивишно, конечно. Течение какое-то, смотри. Так, тихо. Тан-тан-тан-тан. Ломать. Ну не ломай. Ну дамажит. Не, ну мне кажется, как-то должно. Не ломается? Я не могу, а в воде это. Вообще ничем? Да. Бред какой-то. А стрельнуть, захватить, стрельнуть мобом. Фонарики вон какие-то. Что же как-то? Я их уже подобрал. А что это? Это опыт? Сейчас, подожди. Блин. Это подстава. Надо вздохнуть. Ага. А. У тебя воздух не бесконечный. Быстро. Я вообще не понимаю, как что тут делать-то? Нам надо как-то, чтобы цветок плюнул сюда. Почти. Ты помрёшь сейчас. Угу. Вообще ничего не могу делать. Не отпрыгивать. А, не, вот. Вот, я же говорю. Вот это явно можно. Надо взять его плевок. Ты сейчас задохнешься. Да. Надо взять его плевок и направить сюда. В прошлый раз нам тупо повезло. Да блин. Почти. Мать. Зараза. Ой, надо вздохнуть. Воздух. А, это плыть быстрее. Уходи. Там еще плеваки. Осторожно, внизу, не вниз. Плеваку надо... Эту пробить и... Блин, ты сейчас помрёшь. Да. Поздно. Эх. Зато это есть. Так, дальше. Плюй. Давай, быстрей. Плюй, скотина. Да тут... Да косая тварь. Да ну блин, ну шо ж она такая медленная. Хоть бы он дамаг получал, знаешь, там по одной жизни пусть даже. Ну вот да, а то он... Какого хрена сразу-то? Он моментально, я тоже думал, что он там типа по капустке сейчас будет тратить. Быстро. Ашечка. Вздохнул.
И теперь надо ее плевочек направить вот сюда. Дышим. Перфекто. Берем. Пуляем. А дышать? Товарищи, товарищи, мы поняли, колесо закрутилось, это очень круто. Где? Дышать! О, есть. Все, это теперь можно тут быть. А что они не собираются в этот раз? Не знаю. Не спрашиваю. Кнут? А, ну в принципе. Зато мы можем теперь покататься. Так. Что там еще? Здесь осторожнее, этот поток прибивает, и потом не всплыть, это как ловушка. Ну вот, сейчас собрал. Странно. Эх, зараза. Опыт не дает собрать. Блин, дышать. Нельзя сюда какой-нибудь камень уронить, нет? Заблочить это все. Да что вы не собираетесь-то? Вон, туда. Ага. А, не, мы оттуда приплыли. А, да-да-да. Крути, вертуханы, крути. Крути. Все. Эх. Я больше не могу. Я думала, на ту сторону попадем. Ну просто, ну алло, как-то же туда можно попасть? Что надо сделать с вот этой байдой? Чтобы она так не фигачила. Как-то же можно забрать этот опыт? Ленивый хомяк, крути педали. Там мы были, возможно. Да. Мы забирали там эту штучку. Ну ладно, чё тогда? Куда тогда? Сюда чуть не могу ничего. Просто смотри, есть даже два места, да? Да, раз и выше. Это под водой, да? Да. Это над водой. А туда не долетаю. Причем я не понимаю, как здесь вот попасть, когда тут поток такой идет. Это же сколько не разведан. Угу. Быстренько, быстренько. Ашечка, Ашечка. Дышим. Куда перейти-то? Да, вот это вот. Как туда попасть? Матерь Божья. Не, ну это нереально, мне кажется. Я опять куда-то не туда. Я вот сюда хотел. Ну вот ты сказал, сюда нельзя допрыгнуть. Мы да. И там какой-то вот этот вот рычаг, не рычаг. Сюда не допрыгнуть. А вот здесь как открыто? Почему открыто вот это вот? Хороший вопрос. Тот тоннельчик. Не поняли. У нас тут этот труп не разлагается. Тихо.
Ну вот, вот тут, короче. Там вот капустка лежит. Я вижу. И фонарь далеко. Угу. Кнутом не достать. Вообще не понимаю, что делать. Да вы озверели. Одна жива. Я сейчас буду плевать. Дохлый, завис. Нет, ну я не понимаю, как туда же можно попасть? Что за бред? Просто там ни мобов. Цветы эти все очень далеко там. Мобов нет. Куда я иду? Не знаю. Я не знаю, куда идти. Ну, кажется, починил. Окей. Здесь что-то какие-то у меня проблемы. Ну, можно же сюда как-то. Сюда не могу, получается. Ну, по идее, наверное, можно. Ну, как... Что-то мне не запрыгивает. Нам еще жопу медведя спасать. Я без понятия, какой спасать. Колесо! Сдохнем. Наверху мы везде, да? Все там типа. Ну какие-то закутки подозрительные. Конечно, да, есть. А у нас ничего такого не появилось. Имбящего. Опа, опа. Мы тут были? Нет. Опыт. Пиранья. Вот он этот. Помнишь, мы снизу-то все пытались добраться. Вот он. Все просто. Бегом, бегом, бегом. Это вход в мельницу. Вот он, кнут, ну, совсем синенький, да? Да. Вот он, вход. Там-то мы были? Или мы не были вот здесь? Там, ага. Наполовину. Куда мне? Дошли. А, ну вот. Опа. Или идти вокруг. Нормально, теперь воду можно парить. Теперь воду можно. Тут камушки непонятные. Мы из воды не могли. Да-да-да. Рычаг где-то внизу. Да. Плевака. А! Удачно, вот он рычажок. А вот меня в тебя сейчас плюнули. Угу. Вот эти уход кат-сцены, это подстава, конечно. А! Так, есть там что под... Почему вот в воде ничего нельзя ломать? Помнишь, в прошлой части? У нас совершенно все работало.
Он еще и сдох. Ну! Да ты ж скотина, да. Фонарь, фонарь, огонь. Так, что дают? Молодец. Что дают? Вот это что? Пиратские капустки. Больше сфер жизни из врагов. Полезно, конечно. Вот у нас там еще один осколок не собран. А мы туда еще не долезали. Ну, я помню, да. У нас тогда не было кнута. Мы как раз поперлись на мельницу, и нам дали кнут, да? Опс. Окей, а что делать? Это вот этот третий этаж, наверное, да? Какой-то второй, не знаю. Ну, чё вот он по веревочкам не лазит? Угу. Печенька тут лежит, вот. Внутри же... Как вышли, как зашли, так и вышли, ничего же. Нет, ну там тоже где-то везде была вода. И какие-то регионы теперь, наверное, тоже можно обследовать, фиг его знает. Хотя нет, стоп. Где мы устраивали потоп? В третий. Как мы туда попадали? В самый верхний. Как туда попадали, не спрашиваю, порталами. Да, вот в нижний тогда пробуем. Как в него упасть? Не в та сторона. Блин. Я не пойму. Ты идешь в тупик. Правильно ты шел. Вот тут где-то. А, тут была вода. А теперь тут стоп, стоп. Либо падать вниз, либо внутрь колеса. Точно. Тихо. Ты уверен, что рычаг надо жать? А мы его уже жали, походу. Да. Потом речь. Все норм. Дошли. Где я выйду? Это парадный вход. Блин. Да. Грёбаный лабиринт. Я чё-то в замешательстве. Вот. Так, окей. Да, на ту платформочку. Как туда попасть? Чтобы не убиться об шипы. Я вообще не понимаю, как ее повернуть. Так. А потому что тут есть, смотри. Обмобов старайся, потому что там шест. Зараза. Ах,
Жопошная кака. Не без этого. Сюда мы ходили за компасом дятлом. Там просто один вход, да, и один выход. Или нет? Ну, вроде бы да. Да. Да, мы были в этом колесе. Окей. Выше тогда надо как-то забраться вот сюда. Ага. А как мы там были? Шуй. Ну, здесь мы были. Да. Ништяк, ништяк. Вау. Это все круто. Где вы? Мы в потолке. Ух ты, там какой-то флаг. Тоже небось, правда, какие-нибудь гонки сраные. И вот она. Ух ты, как метка. Притягиваться к врагам. Такое себе. Другой кнут. Там портал летит, третий этаж, и... Да, давай! Да ну твою, ты шут, ПТС. До конца, знаешь, не дойду, так что не ори. Ты шуруй давай, кнуты. Так, были. Хова. Просто другой вопрос, что да, до вот этой штучки, снова, где осколок был, мы долетим. А туда, где флаг, нет. Да. С какой бы высоты мы не раз, падали. Раз, два, три. Вот эта хрень. Ага, и все. Ну хотя бы сюда. Ну, вот третий этаж мельницы. Так, окей. Ой, осторожно, там этот баран. Он вверх, короче, не умеет смотреть. Ну, только вниз. Мне надо перекатиться. Перекатиться. Ага. Блин. Body to mind. Сорян. Далеко. Да. Тактика крыса. Ужасненько. Так. Вот в этой части всей мы не были. Может, может можно туда и оттуда сверху мы попадем на флаг. Кнут. А вот она и жизнь. Удачно, не подходи к этим. Они тоже дамажат. А еще смотри, вот тут не разбито. Там даже водичка. Все норм, тайных нет.
Хотя тут мы тоже были. Мне казалось. Да отцепись. Ой, как все светло, ничего не видно. Да, я себя не вижу. На темном фоне было приятней. О! А! Нет! И... Прыжок вертухан кнут. Я не вижу себя. Я тоже. Так. Energy. Кнут верхний. Этот. Ага. Ничего не пропустили тут? Да тут особо ничего и нет. Нахрена мы сюда пришли? На флаг прыгать. В колесо, полагаю. Ну или на. Да блин, слезь ты уже. Он сыт. Крути, крути, крути. О, матерь моя. Ничего себе. Чё? А, и всё, что? Зато мы на вершине мира. Да? Ну, значит... Осторожно. Так, там еще надо было что-то постричь. Кого подстричь? Там была какая-то штучка. Не помню. Ну, вот где-то мы шли между вторым и третьим, что ли, этажом. И... Ой-ой-ой. А мы тут были, не были? Ух ты, руда. Какая-то фигня. Удачно мы зашли. Да мы поняли. Да. Там наверху я был, да? Это библа. Да. Да откуда мы начали гнать? Точнее, это нечисть, откуда начала гнать нас. Будем реалистами. Не, ну стоп. Мы пошли. Куда дальше-то мы пошли? А, вот сюда. Угу. Сюда. Мне кажется, мы докуда-то дошли до такого хорошего места, а нас оттуда вот тупо выгнали. Ну, мы упали. Я вот хочу сейчас вернуться. Ну, РБ нас погнало. Да ё-моё. Я такая криворучка-то. Да? А, вот, запрыгнул. Я тут. Угу. А, вот как раз я тогда туда ходил, там была стена. Там был тупик, а здесь нас РБ погнал. Да. Но я тут ничего не наблюдаю. Опаньки. Опет. Кроме апатинки. Это мы удачно зашли. Отсюда я вылез. А здесь, значит... Отсюда нас начали гнать. Блин. А дырки-то больше нет? А тут начало все ломаться. Угу. То есть я зря сюда шел? Да. Ух ты, ё-моё. Чё, тогда надо идти. Да, но мне не дает покоя тот закуток. Какой? Вот этот. Вы без понятия, куда туда залезть. Ладно, будем думать в следующей серии.